Надумайте себе какие-то важные четыре задачи, которые вам обязательно надо решить. Обязательно. Вот мне надо дорисовать картину или еще что-то сделать, и оно у меня никак не получается. Ну, не получается, и все. И вот я жду, когда у меня будет сильный стресс. Ну, вот какой-то стресс случился, ну, бог ты мой, хотелось взять, грохнуть что-нибудь об стол, там, кричать, орать, ну, тихо, все, я себе раз вспомнил, у меня же есть задачи. И энергия оттуда, как айкидо, туда пошла, на решение этих задач. И потом я взял, стал дорисовывать картину и дорисовал. А до этого у меня никак не получалось. Вот так можно использовать энергию стресса для решения ваших задач. Но сначала вы их сформулируйте, что вы хотите потом, а потом ищите стресс. И после этого вы их решите.